Погода продолжает преподносить сюрпризы. Расскажем, как уберечь себя от капризов природы. Фокус не удался. Нарушителю при сдаче ЕГЭ грозит штраф и отсутствие аттестата о среднем образовании. Новые станции метро и новый общественный центр. Поможет ли строительство станции «Стрелка» разгрузить наш город? Нижегородский Кремль в нашей истории и фотографиях. В преддверии Дня города за самый яркий снимок исторической достопримечательности можно получить приз. Самые важные люди на свете. На Первом городском стартует новая рубрика «Город для детей». О главных событиях этого четверга я и мои коллеги расскажем прямо сейчас. В эфире службы новостей «Город». Меня зовут Мария Зеленская. Здравствуйте. Итак, Нижний Новгород поплыл. Очередной ливень превратил улицы города в реки. Ливень не пощадил никого. Пешеходы были вынуждены переходить через полуметровые лужи, а машины оказались в воде по капот, как, например, на Черном пруду. От потопа каждый спасался как мог. Кто-то открывал люки, устраивал настоящие водовороты. Ну а кто-то со стихией боролся обычной детской лопаткой. Да, погода на этой неделе непредсказуема. За несколько минут жаркая безоблачная погода меняется на штормовую. Многих нижегородцев грозы застают на природе или на пляже. И впереди еще целое лето. Как вести себя, чтобы молния не омрачила ваш отдых, расскажет Павел Буянов. Ученые подсчитали, что во всем мире каждую секунду происходит около 50 молний. И наш город, безусловно, входит в эти подсчеты. С самого начала лета по Нижнему Новгороду прокатилась волна грозовых ливней. Десятки тысяч нижегородцев рассматривали озаряющееся небо из своих квартир. Но многих стихия застала врасплох, оказавшись один на один с грозой на природе или на пляже. Главное не паниковать и следовать определенным правилам. Сотрудники музея занимательных наук «Кварки» знают о молниях, если не все, то многое. Катушка, которую изобрел Никола Тесла, помогает понять природу и силу молнии. Это природное явление здесь приручили и теперь показывают всем желающим. Там используются две обмотки. Первичная и вторичная. Первичная обмотка разгоняет электричество из напряжения из розетки, которая подается 220 вольт, до нескольких тысяч. И уже потом вторичное напряжение резонансным способом, таким как будто качели раскачиваются, разгоняет напряжение уже до 1 миллиона вольт. Именно такое напряжение, кстати, у молнии в природе достигает. Хотя там даже есть и выше, и до миллиарда вольт даже такое напряжение в природе. Это не компьютерная графика, кадры реальны. Профессионалы из музея «Кварки» доказывают, что молния может быть невероятно красивой. Но даже к такой красоте близко подходить опасно. С помощью катушки Тесла мы покажем, что происходит с розой, когда в нее попадает молния. Известно, что молния бьет в землю лишь в 25% случаев. Остальные разряды остаются в облаках. И мало кто знает, что шанс погибнуть от удара молнии равен 1 к 2 миллионам. Точно такие же шансы у человека умереть, упав с кровати. Но это не значит, что этим природным явлением можно пренебрегать. 2 года назад в Сормовском районе в компанию молодых людей, отдыхавших в небольшой лесополосе, попала молния. Итог: 1 человек погиб, остальные получили сильнейшие ожоги. Был дождь. Потом гроза, сильнейшая молния, потом орня какая-то, орня. Ягод выскочил, смотрю, девушка выскочила в шоке. Что-то у нее там горело на ней. Она говорит: помогите, пожалуйста. Чтобы отдых не омрачился, нужно соблюдать определенные правила. Если вы на природе или на пляже, во время грозы лучше держаться подальше от линий электропередач, высоких деревьев и воды. Если вы оказались в поле, необходимо найти самое низкое место и присесть туда. Обязательно выключайте мобильные телефоны. Посмотрите, нет ли рядом металлических предметов. Если есть, отойдите от них на 30 метров. Также молнию может притянуть дым от костра. И не думайте, что молния 2 раза в одно место не попадает. Если почва или окружающая среда благотворно, молния будет бить в одно и то же место постоянно. Мужчина Рой Салливан остался жив после 7 ударов молний. Американец Саммерфорд после 3-го удара молнии долго болел и умер. 4-я молния разбила его надгробный памятник на мелкие кусочки. Эти примеры не означают, что с молнией можно экспериментировать, ведь это природное явление до сих пор не изучено полностью. Павел Буянов, Максим Жалыбин, служба новостей «Город». Ну а теперь к другим темам. Грубые нарушения при сдаче ЕГЭ выявили в Нижнем Новгороде 4 июня. Это первый случай, зафиксированный в регионе при сдаче экзамена.
Вместо выпускника нынешнего года на экзамен по математике пришел его друг. Студент, подделавший паспорт, просто вклеив в него свое фото. Подмену заметили перед началом ЕГЭ, когда повторно проверяли документы. Молодой человек задержан. Ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Выпускник же, который не явился на экзамен, в этом году не сможет пересдать этот предмет. Он решением Государственной экзаменационной комиссии лишается права на какую-либо пересдачу. То есть это, по сути дела, считается не сданным экзамен. И по порядку проведения из не сдавших обязательных предметов, это русский язык или математика, то есть получается, что он не сдал, он не получает аттестат о среднем общем образовании. Продавцы уберегли свой магазин от непрошенных гостей. Подробности далее в сводке происшествий города и области. Двое детей оказались под колесами автомобиля в Сарове. Момент наезда попал в объектив камеры наружного наблюдения. На съемке видно, что двое школьников пересекают проезжую часть по пешеходной зебре на велосипеде. Это не соответствует правилам. Дети должны были слезть с велосипеда и пройти переход пешком. Но и водитель автомобиля явно зазевался. Он не заметил юных велосипедистов и совершил наезд. Один из пострадавших оказался прямо под колесами автомобиля. Остается надеяться, что жизням этих пешеходов ничто не угрожает. Водитель фуры не справился с управлением и погубил двух человек. Авария произошла в Лысковском районе. На трассе Москва-Уфа столкнулись фура «Скания» и легковушка «Митсубиши». Столкновение было такой силы, что водитель легковой иномарки и его супруга-пассажир погибли. Сам предположительный виновник ДТП отделался легкими травмами. Еще одно видео о магазинных воришках появилось благодаря камерам видеонаблюдения в сети продуктовых магазинов. Накануне мы показывали запись, на которой видно, как двое молодых людей воруют банку кофе и упаковку конфет. На следующий день появилось видео из той же сети магазинов. На съемке зафиксирована неудачная попытка злоумышленников обчистить продуктовую точку. Те же молодые люди, что и на первом видео, снова пришли на дело. Но между прилавками выставились продавцы, и злоумышленникам ничего не оставалось, как ретироваться. Ну а легендарные «Скорпионс» на Нижегородской земле. В среду вечером они дали концерт в столице Приволжья. Немецкая рок-группа выступила на стадионе «Труд». Послушать, а главное увидеть вживую легенд рок-музыки пришли тысячи человек. Публика начала ликовать, как только на сцене появились их кумиры. Музыкантов на протяжении 2 часов исполняли музыкальные хиты, знакомые не одному поколению. Прозвучали и новые песни. Фанаты надеются, что рок-группа вновь посетит город с новым гастрольным туром. Ну а далее новости от наших партнеров, а затем выпуск новостей продолжится. Не переключайтесь. Новая станция метро и новый общественный центр. Поможет ли строительство станции «Стрелка» разгрузить наш город? Нижегородский Кремль в нашей истории и фотографиях. В преддверии Дня города за самый яркий снимок исторической достопримечательности можно получить приз. Самые важные люди на свете. На Первом городском стартует новая рубрика «Город для детей». Не упусти свой шанс окунуться в атмосферу Индии. Только до 7 июня на Нижегородской ярмарке выставка-продажа «Товары из Индии». Это последняя возможность купить эксклюзивные вещи из этой страны. Мебель, текстиль и украшения из натурального камня. Жемчуга, вот. И всякая вот такая бусы есть у нас разные, камнями. Ну, там есть коралл, бирюза, вот. Также есть аметист, сердолик. Агат, разные камни есть у нас. И, конечно, такая выставка-продажа не может обойтись без традиционных сладостей и настоящего индийского чая и риса. Самый вкусный, самый дорогой, самый полезный рис в мире называется рисом басмати. Гордость Индии – это то, что Индия подарила миру. Рис, который растет в Гималаях, его называют не случайно король рис.
Почему? В этом рисе повышенное содержание амилазы. Амилаза заменяет фермент поджелудочной железы. Единственный вид риса, который могут есть даже те, кто страдает диабетом. Благовония, сувениры, а также косметика и парфюмерия. Каждая представительница прекрасного пола найдет что-то для себя. Такой рисунок держится от недели до 2-3 недель. Не упусти последнюю возможность купить товары из сказочной Индии. Только до 7 июня выставка продажи товара из Индии на Нижегородской ярмарке «Павильон номер 2». В эфире службы новостей города, мы продолжаем. Строительство новой станции метро начнется уже на следующей неделе. Подробности в рубрике «Короткой строкой». Строительство станции метро «Стрелка» начнется на следующей неделе. Об этом в четверг заявил Валерий Шанцев. Губернатор дал поручение до конца 2017 года привести в рабочее состояние два существующих тоннеля за станцией метро «Московская» и пристально следить за сроками строительства. Станция имеет пропускную способность около 30 тысяч в сутки, поэтому это очевидная необходимость. Второе, после уже чемпионата там, по сути, будет сформирован наш новый общественно-политический центр. Строительство трамвайной линии от остановки Мыза до микрорайона Щербинки-2 и поселка Ольгина откладывается на неопределенный срок. Трамвай должны были пустить внутри микрорайонов параллельно проспекту Гагарина. Стоимость строительства пути в 2014 году оценивалась в 1 миллиард рублей. Самолеты в Москву будут летать чаще. С 4 июня ежедневно в столицу будут отправляться не 9 самолетов, как прежде, а 10. Дополнительный рейс из Нижнего Новгорода пустят в 10 часов 50 минут. Приземляться самолет будет в аэропорту Внуково. Обратно в Нижний Новгород самолет будет вылетать в 10 часов 10 минут. В эти выходные нижегородцев ожидает магнитная буря из-за вспышек на солнце. Она пройдет в субботу в 3 часа ночи. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Сделать лучший снимок Кремля и получить за фотографию приз. Нижегородская крепость в этом году празднует свой 500-летний день рождения. А в преддверии Дня города главная достопримечательность становится особенно популярной и у нижегородцев, и у гостей столицы Приволжья. По-новому взглянула на Кремль Екатерина Вологина. Сделал Нижний Новгород съедобным из шоколада. Андрей Соколов создал сувенирный шоколадный набор «Мой Горький». На его обертке самое узнаваемое место – Нижегородский Кремль. Этот рисунок точь-в-точь повторяет Дмитриевскую башню. Для зарубежных туристов, так и для всероссийских туристов – это Кремль у нас. Нижегородский Кремль – это одна из ведущих визитных карточек Нижнего Новгорода. Используем только горький шоколад, 70% какао. И вот специально для этого и назвал шоколадный набор «Мой Горький». В горьком шоколаде «Мой Горький» сразу 9 самых интересных мест города. Кроме центральной башни, нарисованная набережная Федоровского, раскрашенные граффити дома в Сормово, необычная церковь в старом вагоне поезда. В поисках самого лучшего фотоизображения Нижегородского Кремля тоже придется прогуляться, причем пройти как минимум 2 километра. Именно такая протяженность кирпичной крепости. Сотни лет назад она служила для обороны, а сегодня это излюбленное место для прогулок, где есть что сфотографировать и кроме башен. Стены и башни до 30 метров в высоту строили целых 15 лет. К тому же тогда, в 16 веке, крепость окружали защитные рвы. Позднее Кремль стал настоящим центром городской жизни. Внутри его стен появились административные здания. На протяжении многих столетий именно в Кремль приезжали исторические личности. В каменном Кремле был еще Иван Грозный, приезжал в Нижний Новгород Петр I, посещал собор Спаса Преображения на территории Кремля, поклонялся праху Казьмы и Минина. Приезжала в Нижний Новгород Екатерина II, и по ее повелению в Кремле была сформирована административная площадь. Император Николай I вообще внес большой вклад в развитие кремлевской территории. Башни, на фоне которых мы фотографируемся сейчас, после реставрации выглядят так же, как в 16 веке. Ежегодно в Кремле ремонтируют крыши и прясла, укрепляют оползневые участки. А еще у каждого есть возможность прогуляться в стенах древней крепости и даже заглянуть в башни, где когда-то были склады, а теперь музеи. К слову, если в вашем архиве вы нашли интересный снимок, тогда поражайте жюри конкурса. Фотоработы принимаются до 15 октября. Всю подробную информацию можно найти на сайте kulturnn.ru. Екатерина Вологина, Александр Батраков, служба новостей «Город». Маленькие еноты появились на свет в зоопарке «Мадагаскар». 4 малыша уже пытаются исследовать новый мир и охотно принимают пищу.
Три мальчика и одна девочка родились в зоопарке еще 10 апреля. В свои неполные 2 месяца эти животные уже проявляют интерес ко всему, что их окружает. Мама енот выходить малышей самостоятельно не смогла. Тогда опеку над ними взяли работники зоопарка. Вы знаете, вот как бы говорят, что маленьких енотов вообще невозможно выкормить в домашних условиях. Но у нас вот это получилось. Очень трудно. Мы даже дежурили по ночам. Но это стоит того. Видите, они какие хорошенькие. Сначала енотов пришлось кормить с пипетки, а теперь они выпивают по полбутылки молока. Это обычная детская молочная смесь, но с добавлением перепелиных яиц. Такая кормежка происходит каждые 7 часов. А буквально через месяц их начнут кормить фруктами и мясом. Основное время животные проводят в контейнере. Но как только их выпустят на свободу, еноты сразу начинают исследовать новый для себя мир. Совсем скоро над каждым из этих малышей возьмут опеку работники зоопарков других городов. Начались летние каникулы, и многие родители не знают, куда можно пойти со своим ребенком. Мы представляем вам новую рубрику «Город для детей». Специально для вас мы составили рейтинг самых популярных детских мест у нас в городе. Спонсор рубрики «Город для детей» – новая уникальная программа «Цирк рекордов». Привет, меня зовут Наденька, а это моя сестра Таня. Сегодня родители оставили ее на меня. И я думаю, куда же мне отправиться в Нижнем Новгороде с ребенком? Танюш, а ты что-нибудь знаешь о книге рекордов Гиннесса? Книга рекордов самых сильных, самых смелых, самых красивых. А ты бы хотела попасть в книгу рекордов? Да. Кстати, рекорды можно увидеть в Нижегородском цирке. Новая программа так и называется «Цирк рекордов». Уже 6 июня в 12:16 часов Нижегородский цирк ждет всех на новую программу «Цирк рекордов». И такое название у программы не случайно. Один из номеров и Корейские игры в исполнении членов Федерации санного спорта действительно занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Точно такое же показывали на открытии Сочинской Олимпиады 2014. Еще один зрелищный аттракцион – шоу «Буйволы и медведи». А также под куполом цирка свое мастерство покажут воздушные гимнасты. В занимательном номере «Спектр» выступят дрессированные пони, веселые обезьяны и собаки, которых так обожают дети. Гвоздем программы станут акробаты на подкидных досках. Кстати, летом можно не только развлекаться, но и узнать много интересного и полезного, и даже выбрать свою будущую профессию. Вот ты, например, кем хочешь стать? Я хочу стать учительницей. По-моему, отличный выбор. Все самое интересное о популярных профессиях вы можете узнать в развлекательном комплексе «Нагорный». Там каждый ребенок может почувствовать себя взрослым. Волшебный мир взрослых профессий открыл свои двери для детей с 1 июня в развлекательном комплексе «Нагорный». Не упустите возможность раскрыть таланты и способности вашего ребенка, при том, что сделать это просто и интересно. Как работает диджей, что должен уметь журналист, как шеф-повар готовит свои самые вкусные блюда, более 20 самых нужных и востребованных профессий для того, чтобы каждый смог почувствовать себя взрослым. Проект «Детский Нижний» работает каждый день до 28 июня, кроме понедельника. По будням с 11 до 17, по выходным с 10 до 5 вечера. Танюш, а какие животные тебе нравятся больше всего? Мне нравятся пони, мне нравится лисичка, мне нравятся кролики. Для того, чтобы посмотреть на животных в их естественной среде, отправляемся в зоопарк Мадагаскар. Что может быть интереснее для ребенка, чем общение с обитателями зоопарка? Парк животных «Мадагаскар» расположился в нижней части Сормовского парка. «Мадагаскар» – абсолютно новый зоопарк, и в нем созданы замечательные условия для жизни питомцев. Формируя парк птиц и животных, создатели старались брать их парами, чтобы посетителям было интереснее наблюдать за семейной жизнью питомцев. Зоопарк «Мадагаскар» работает с 10 до 21 часа. Кстати, вход туда для детей до 7 лет абсолютно бесплатный. Но вовсе не обязательно просто гулять по парку в такую жару. В Нижний Новгород приехал дельфинарий. Вот ты что знаешь о дельфинах? Я знаю, что они любят играть. Я знаю, что они любят рисовать. Я знаю, что они любят есть. Ну, возможно, ты и права. Кстати, больше узнать о дельфинах и даже поучаствовать в представлении вы можете, посетив Московский передвижной дельфинарий. Московский передвижной дельфинарий также находится в Сормовском парке. Это уникальный в своем роде
аквакомплекс. Теперь нижегородцы имеют возможность увидеть своими глазами белого полярного кита, дельфинов, афалинов и морских котиков, не выезжая на побережье моря. Опытные дрессировщики подготовили веселое представление. Животные прыгают в кольцо, танцуют, играют с мячами и звонко поют. Но посещение дельфинария – мероприятие не только развлекательное. Дети получат много новых знаний о морских млекопитающих, больше узнают об охране природы и экологии. Не бойтесь, если дельфины вас обрызгают в такую жару, это даже приятно. И, кстати, это хорошая примета. На этом у нас все. На следующей неделе мы расскажем вам много нового о том, куда можно сходить с ребенком в Нижнем Новгороде. Смотрите специальную рубрику «Город для детей». Пока-пока! Спонсор рубрики «Город для детей» – новая уникальная программа «Цирк рекордов». Ну а теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Жильцы этого дома, видимо, уже устали бороться с мусором в подъезде и повесили вот такое объявление, в котором автор предлагает хрюкать, прежде чем бросать мусор в лифте. Жителям на улице Гордеевской, как оказалось, пляжи совсем не нужны. Достаточно просто выйти на детскую площадку и принимать солнечные ванны. Вечером на центральной улице города Большой Покровской компания молодых людей решила подзаработать деньги, да и просто поднять себе настроение веселой песней. Интересно, понравилось ли это выступление местным жителям? Зато не в кредит. И, видимо, только этот факт успокаивает водителя отечественного автомобиля. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого выкладывая их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». И далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что интересного произошло в их жизни. И вот какие ответы мы услышали. Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» – Московский передвижной дельфинарий в Сурмовском парке. Дождик прошел. Хорошо так, господи. Хорошо. Не душно, не жарко, свежо. Да. Все отлично, сдала экзамены. Иду домой отдыхать. У меня скоро сессия, это хорошая новость тоже, мне кажется, потому что я подготовилась и готова сдавать. Я купил 2 билета на концерт. Вот. На 11 число, на Стигмату и Аматри. Я завтра еду в Большую Болдино. Ни разу там не был. Хочется посмотреть на пушкинские места. Это кубок за выигранный чемпионат, спортивно-развлекательная игра. Мы с политехом, команды «Орешки» сделали это, заняли первое место. Было здорово. В этот не солнечный, но приятный день. За твою хорошую новость, наши друзья московских дельфинарий, которые располагаются в Сурмовском парке, мы дарим тебе пригласительный билет на 2 лица. Спасибо. Можешь сходить на представление, на этот шоу и хорошо отдохнуть. Спасибо. Ну а теперь информация о погоде на завтра. Прогноз на пятницу подготовила Юлия Карабасова. По народному календарю 5 июня – Леонтий огуречник. В старину примечали, мошки и комары столбом вьются к хорошей погоде. А если восход солнца сопровождается духотой – к ненастью. По прогнозам синоптиков, завтра в Нижнем Новгороде ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем – плюс 17 градусов, в ночные часы – плюс 15. И на этом у меня все. Если вы стали свидетелем уникального события, обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 217-0171. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на Первом городском. События сезона. С 20 мая в Сормовском парке Большой Московский дельфинарий. 414-90-43. Росгосцирк представляет. С 6 июня в Нижегородском цирке новая программа 2015 года «Цирк рекордов». Билеты по телефону 246-42-00.
5 июня в Нижнем Новгороде днем плюс 17, облачно с прояснениями, ночью плюс 15, малооблачно. 6 июня в субботу днем плюс 16, переменная облачность, ночью плюс 14, малооблачно. 7 июня в Нижнем Новгороде днем плюс 18, переменная облачность, ночью плюс 13, малооблачно.